На посадку с чистой совестью невыездные россияне смогут оплатить долг в аэропорту прямо перед вылетом. В службе судебных приставов разработали механизм, как снимать ограничения с граждан, когда они в отпуск отправляются. Хотя глава ведомства утверждает, что пока забывчивый путешественник все равно опоздает на рейс и останется дома. Дело в том, что процедура занимает не меньше 3 часов. Ну, а регистрация начинается на рейс, например, за 2 часа. Да, и вот приехали вы, а вам сказали, извините, мы вас не пустим, у вас долг, и тут вы этой прекрасной возможностью оплатить его решили воспользоваться, но не тут-то было, 3 часа на это все уйдет. Нужно в банк будет идти, затем финансовое учреждение отправит данные в систему о госплатежах, и вот оттуда документ только попадет к приставу. Он уже ставит электронную подпись, и дальше бумага в погранслужбу направляется. К этому моменту самолет, конечно же, улетит, и вы останетесь в аэропорту. Но приставы не так скептически настроены, как я. Они говорят, что надежда на успех все-таки есть. Ресурс уже протестировали и готовы запустить. Теперь будут работать на скорость. В частности, предлагают ввести должность дежурного пристава для оперативной отмены запрета. В черный список россияне попадают, если есть обязательства на сумму не менее 10 тысяч рублей. Кстати, сейчас давайте вспомните, не должны ли вы кому-нибудь. Сейчас покинуть страну по этой причине не могут более 1 миллиона жителей.